Со своим симфоническим оркестром «Классика» главный дирижер Александр Кантеров из Санкт-Петербурга в Сочи появляется каждый год. В зале Летнего театра парка Фрунзе музыканты будут выступать до 15 сентября. Здесь очень много завсегдатаев музыкальных концертов, которые помнят еще те времена, когда в 1951 году начался этот фестиваль. Евгений Александрович Муравинский, величайший ленинградский дирижер, начал их, и я пытаюсь возрождать. И, по-моему, это нравится, и эта идея. Фестиваль отличается необычными идеями. Например, в этом году один из 10 концертов пройдет даже на крыше Олимпийского университета, раскрыла тайну на пресс-конференции заместитель главы города Ирина Романец. И везде, где бы не были концерты симфонического оркестра «Классика», они везде принимаются на самом высоком уровне. Люди очень благодарны, и уже стала легендой современной города Сочи, как жители, любители классического, жители города Сочи и гости выстраиваются от входа в Летний театр до Курортного проспекта, чтобы попасть на наши фестивали санкт-петербургские сезоны в Сочи. Ирина Романец также сообщила, что власти Сочи и Санкт-Петербурга подписали соглашение о дальнейшем культурном сотрудничестве между городами. Оркестр «Классика» следует лучшим традициям северной столицы. Основу репертуара коллектива составляет наследие петербургских классиков Бородина, Мусоргского, Чайковского, Глазунова, Стравинского, а также произведения зарубежных композиторов. Впервые в Сочи исполнена литературно-музыкальная композиция по драме Ибсена «Пьер Гюнт» с музыкой Эдварда Грига. Читал произведение народный артист России Николай Буров. До 15 сентября ежедневно сочинцев ждет еще масса приятных сюрпризов. Начало концерта в 19:30, вход в Летний театр парка Фрунзе свободный. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.